Всем привет! Сегодня готовим очень вкусный салат. Прекрасное сочетание, красиво и аппетитно выглядит на столе, и салат можно приготовить всего за 5 минут. Нарезаем несколько листьев пекинской капусты. Я беру для салата только мягкую часть. Один сладкий перец нарезаем соломкой. Также 100-150 грамм колбасы варено-копченой. Соединяем все в глубокой емкости, добавляем 100 грамм фасоли консервированной и 50 грамм соленых сухариков. Заправляем все майонезом. Салат яркий, вкусный и супер быстрый. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Кухня на любой вкус. Всем приятного аппетита и до новых встреч!